чем секрет, скажите? Нет никаких секретов. Нужно просто больше двигаться и быть в хорошем настроении. Вот у нас я, например, часто могу увидеть, как люди, которым уже за 70, они, вы знаете, так уже говорят, да я старый уже, да уже все поздно. А здесь все не так. Что можно посоветовать нашим украинским пенсионерам, чтобы они жили так же, как вы? У нас просто нет больших забот. Хорошая пенсия, дети успешно работают, внуки ходят в школу. Проблем нет, вот и настроение хорошее. А дети помогают? Помогают, конечно, но эта помощь по большому счету и не нужна. Мне пенсии на все хватает. А пенсия какая? Чуть больше 6000 юаней. Конечно, 900 долларов в месяц помогают жить спокойнее на пенсии. Вы знаете, просто, к большому сожалению, у нас у многих пенсионеров есть пенсия не 900, а 90 долларов. Да, это, конечно, очень сложно для простых людей. У меня такой проблемы нет. Вы знаете, друзья, я слышу это все, и мне грустно и обидно. Вот сначала было хорошее настроение, я общался с этими бодрыми, позитивными людьми, а сейчас слышу, что у одного пенсия 700 долларов, у другого 900, у третьего 1000. И поэтому люди говорят, а что, пенсия, нет никаких забот. Дети выросли, внуки растут, а у нас на все хватает. Очень хочется, чтобы наши пенсионеры как можно быстрее тоже получали пенсию по 900 и по 1000 долларов. Вот у меня есть такая мечта. И я очень надеюсь, что скоро именно так и будет.